Пора готовиться к техосмотру. ГАИ призывает владельцев автомобилей нечетного года выпуска начинать собираться к обязательной процедуре технического контроля. Как и прежде, в этом году начало прохождения назначено на 15 января. Процедура прохождения техосмотра практически не изменилась, утверждают сотрудники ГАИ. Набор необходимых документов тот же, что и все последние годы. А непосредственно техническую экспертизу можно проходить в частных сертифицированных СТО. Их в городе около двух десятков. Личный паспорт, водительское удостоверение, медицинскую справку, страховой полис на автомобиль, технический паспорт. Значит, автомобиль должен быть укомплектованный и прошедший диагностический контроль на аккредитованной ГАИ станции диагностики. Главное необходимое условие получения нового талона – естественно, исправный автомобиль. Водители, по словам механиков, в большинстве своем предоставляют на экспертизу машины, соответствующие требованиям. Но есть нюансы, которые порой они упускают из вида. Плохое торможение задних колес, потому что в движении это довольно-таки сложно определить. Потом состояние ручника. Довольно-таки распространенная неисправность. Это разный рисунок протектора на одной оси автомобиля. Транспортный налог отменен, говорят в ГАИ, но в этом сезоне автомобилистам еще придется его оплатить. Но только за прошлый 2010 год. То есть фактически налог транспортный не оплачивается с этого года. За прошедшие года, по старому законодательству, по тем же самым ставкам оплачивается налог. То есть за 2010 год, если необходимость такая есть, оплачивается в том виде, который был до этого. Сроки прохождения техосмотра остались прежними – с 15 января до 15 декабря.